27 марта 2018 года, 10 часов 7 минут. Футбол, чемпионат мира по футболу 2018 стали известны комментаторы товарищеского матча между национальными командами России и Франции, который состоится сегодня, 27 марта, в Санкт-Петербурге. Встречу в прямом эфире на Первом канале прокомментируют Павел Занозин и бывший главный тренер российской сборной Леонид Слуцкий. Павел Занозин и Леонид Слуцкий прокомментируют матч «Россия-Франция», сообщили чемпионату в пресс-службе Первого канала. Матч сборных России и Франции состоится на стадионе «Крестовский». Стартовый свисток прозвучит в 18 часов 50 минут МСК. Матч между сборными России и Франции начнется с минуты молчания. Источник: чемпионат. Сообщить об ошибке комментарии.